Приветствую, друзья! Хочу вам дать классное упражнение на раскрытие тазобедренных суставов. Вы можете делать его каждый день, оно будет занимать у вас минимум времени, делать его перед сном. И вы обязательно добьетесь отличных результатов в работе со своим телом, со своими тазобедренными суставами. Что мы делаем? Мы ложимся на спину, поднимаем ноги на 90 градусов вверх. Затягиваем коленные чашечки, сильные-сильные бедра и затягиваем наши носочки вверх. Если у вас не получается, пускай будет в том положении, которое у вас сейчас получается. Лежим ровненько, низ живота у нас немножечко подтянутый, и пупок толкает нашу поясницу, приклеивает ее к коврику. Стараемся выпрямить и вытянуть наши ноги, и поехали, делаем распашечки. Раскрытие. Хорошо включаем, прорабатываем внутреннюю поверхность нашего бедра. Еще 16. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Внизу делаем маленькую пружинку. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И задержали здесь, держимся. Сильные бедра, стараемся выпрямить колени, подтянуть их, выпрямить носочки. Еще 8, 7, можно помочь себе руками. 5, 4, 3, 2, 1. И теперь полуамплитуды, ножнички делаем. 20, 19, 18, 17, 16, 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И опять в полную амплитуду. 12, 11, 10, ножнички наверху. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще одна пружинка. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Собираем наши ножки. И сразу после такого разогрева можно взять себе какое-то мягкое средство под колени. Разъезжаемся в позу лягушечки. Разъезжаемся так широко, как получается, колено тазобедренный на одной линии. Проверяем это положение, корпус параллельно полу. Ноги у нас 90 градусов, голень и бедро. Носочки расслабьте. И здесь еще поработаем немножечко нашими тазобедренными. Начинаем перемещаться вперед и назад. У вас должны были хорошо разогреться приводящие мышцы, связки тазобедренного. Вперед. И назад. Чуть-чуть живот подтянутый. Не проваливайтесь сильно в него. Локти под плечевыми суставами. Вперед и назад двигаемся. Мы перемещались, останавливаемся. И теперь работаем только ягодицами. Напрягли и расслабили. Напрягли и расслабили. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. В тонус собрали ягодицы. И как будто бы ягодицами начинаем додавливать таз туда еще вниз. Держимся здесь еще 8, 7. Не забываем дышать поглубже. 5, 4, 3. Мышцы лица расслабляем. 2, 1. И теперь полностью расслабляемся. Минуточку, две, три, столько, сколько можете. Находитесь в этом положении, уже полностью все расслабляя. Главное углублять свое дыхание, потому что некое стрессовое состояние в положении растяжки, оно начинает включать триггеры. Бедра, живот, диафрагму, мышцы лица. Мы расслабляем то, что мы можем расслабить. Начинаем с лица,
Отпускаем все с него напряжение, нижнюю челюсть, язык. Углубляем дыхание. Расслабляем грудную клетку, диафрагму. На вдохе живот начинаем надувать, мышцы живота расслабляем. Выдох мягко, спадается без напряжения. И если у вас получается, находите здесь еще пару минуточек. Это упражнение обязательно поможет вам раскрыть тазобедренные суставы, проработать эту зону. И если вы, например, хотите сесть на шпагат, можете делать только его, и у вас обязательно все в скором времени получится. Благодарю вас за участие. Пишите ваши отзывы, ставьте thumbs up, лайки. И до новых встреч! Всем самой классной растяжки и шпагатов!